Ну и вторая часть, да, по еще тому, что осталось за кадром. Во-первых, про премии по программе нашей юбилейной, да, то есть до 14-го каталога вы открываетесь и получаете за каждое закрытое звание до 4-го каталога премию в 50 тысяч рублей. Для того, чтобы ее поддержать, волшебные показатели бизнеса нам в помощь, то есть поддерживаем мы рекрутирование на уровне 15% от БАКа, от базы активных консультантов, активность команды на 70% и конверсия, то есть процент перехода из стартеров в рекруты 60%. Об этом сегодня в ролике говорили, надеюсь, вы видели. Ну и спящих, да, мы будем. Формулы вот, можете заскринить, кто еще их не считал ни разу. Все реально. Вот, и еще кое-что на сладенькое. Как же нам директором-то стать? Стратегию развития структуры. Давайте посмотрим. Опыт от новых исполнительных директоров Ольги и Виктора Кукушевых вам передаю. Ну, вы все знаете свою цель. Цель – это вообще звание директор. То есть конференция – это плюшечка по ходу вашего движения к вашей большой цели директор и большой-большой цели золотой директор. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я вам уже говорила, что к директору важно идти на трех ногах. И такой вот совет для тех, у кого налажен хороший рекрутинг, то есть здесь вы видите вот в красном кружочке условие, что стараться делать одну регистрацию в день. Сначала старайтесь выполнять одну регистрацию в день командную, дальше уже переходите на личный рекрутинг 21 стартер в каталог. Как лично, когда вы рекрутируете, вы запускаете веточки свои. При условии, если что у вас есть 21 регистрация в день, вы вот по этой схеме действуете. Если у вас нет одной регистрации в день, запускаете пока две веточки. Две веточки. Вот посмотрите, что первые 5 регистраций вы проводите в первую веточку, ваши первые 5 регистраций. Далее вы начинаете рекрутировать один к одному. Видите, шестая регистрация идет во вторую веточку, седьмая в первую, восьмая во вторую, девятая во вторую, десятая в первую, одиннадцатая во вторую, двенадцатая в первую, тринадцатая во вторую. Дальше, если вы это все выстроите за 2 недели, вы идете закладывать уже третью ветку. Если нет, продолжаете один к одному рекрутировать до той поры, пока у вас не появится, как на картинке. 2, как минимум, человека, которые свои веточки начали, то есть своих 5 человек, вот туда вниз вам начинают тоже регистрировать. И во второй ветке хотя бы один, чтобы нашелся. В этом случае, если они у вас нашлись, вы уже увеличиваете свой рекрутинг и идете на третью ветку. От 1 до 5 поставьте, насколько вам понятно то, что я вам сейчас сказала. 1 совсем ничего не понятно, 3 понятно более-менее, 5 понятно все хорошо. Денис мне подсказывает, говорит, что ему все понятно, ставит 10. Так, Саша, в среду доразберем. Спасибо. Вот, то есть вот эту схемку можете себе как бы, ну, понимать, что любой дом, понимаете, он строится с фундамента. То есть фундамент он у вас должен быть. Фундамент не видно сначала, то есть вы делаете, 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 сначала там яму вырыли, потом как-то там эти фундамент залили, потом он еще должен застыть, только потом ставятся сверху плиты, поднимаются стены дома. То же самое и здесь, вот фундамент вашего звания директор – это 3 ветки. Как быстро вы их заложите, будет зависеть от того, насколько вы часто будете обращаться к работе в Oriflame. Если от случая к случаю, сегодня работаю, завтра не работаю, тогда, конечно, этот фундамент будет выстраиваться годами. А если делать все быстро, качественно, тщательно и с удовольствием, то все это выстраивается достаточно быстро, и все это реально можно получить в короткие сроки. Поэтому картинку зафиксировали. Что делаем? Решаем вопрос с потоком регистрации. Это первое, что нужно решить каждому человеку. Что делаем еще, чтобы преуспевать? Вы понимаете, что разговаривать надо много, поэтому учимся запускать новичков и разговаривать самостоятельно.
Ну и третий момент – это рекрутинг. Рекрутинг 21 стартеров в каталог, из них примерно 5-10 рекрутов будет. Сначала по команде – это ваша цель, чтобы в команде столько было, потом, чтобы это была ваша личная цифра. Вот, в этом, собственно, весь секрет успеха и роста нашей организации. Методы работы – это личные встречи с наставником, самый эффективный метод. Милые звонки, собеседования, встречи с наставником – второй по эффективности. Звонки без предупреждения – третий. А во все остальное время, когда мы не занимаемся теплым рынком, делаем холодный. Прозвон на дисконт, общаемся в соцсетях, сбор контактов через каталог для того, чтобы пригласить на встречу. Все эти методы работают, и этим методом мы обучаем на общеструктурном скайпе или телефонном созвоне еженедельном, на планерках еженедельных, которые вы сейчас смотрите, ну и, конечно же, в Турбо-Росте делимся своими фишками. Еще мы обучаемся на вебинарах, и на вебинарах мы учимся не только слушать, но и говорить. Поэтому я вас приглашаю уже в этом каталоге, в этом месяце, в августе, набраться смелости и взять на себя один маленький вебинар или одно маленькое выступление на нашей вебинарной площадке, потому что это опыт, который позволяет вам хорошо говорить не только с человеком тет-на-тет, но еще и на камеру, как я делаю сейчас это. Вот, и тогда, и тогда, и тогда у нас все с вами выйдет. Но я вам сегодня уже фотки с Египта показала, еще покажу с банкета. Напомню вам о том, что вот туда-туда, вот в это светлое будущее мы с вами идем. Вот директор – это тот, кто вот это все получает у себя в жизни на самом деле. И это жизнь, которую вы построите себе своими двумя ручками, левой и правой. У вас у каждого есть 10 пальчиков, 2 глаза, 1 рот, нос и 2 уха. И это самые главные наши инструменты в работе. Наше лицо, то есть наша внешность, наши руки и наше упорство. И эти качества замечательные вас приведут вот туда, ну, куда, может быть, вы даже не мечтали попасть. Потому что мало кто мечтает оказаться на банкете в Москве на 5000 человек с красной ковровой дорожкой и со звездами, которые выступают так, что вы можете их потрогать около сцены. Мало кто мечтает о том, чтобы за вашу работу, которая вам, ну, выставляется как, в принципе, план, вас еще возили по таким местам, как Лувр, Парфенон, пальмы, там, моря, вулканы, океаны бесплатно. И говоря еще при этом вам 33 спасибо. Как-то меня спросили, что вы делаете на золотых конференциях, есть ли у вас там какая-то рабочая программа. Да, у нас из 8 дней рабочая программа на 3 дня. Все остальное время мы там отдыхаем, нас возят по экскурсиям, нам накрывают шикарные столы на гала-ужинах. И нас постоянно благодарят наше руководство, которое туда приезжают основатели компании, которые говорят спасибо вам за то, что вы здесь. Я вам это спасибо передаю. И, конечно же, я вас благодарю за хорошую работу в каталоге номер 10. Давайте посмотрим на общие циферки. Какие у нас есть общие циферки нашего бизнеса? Мы с вами вместе, наша команда, заработали 130 тысяч рублей. В нашу команду заплатили реальными деньгами, не говоря о том, сколько денег мы с вами сэкономили в тот момент, когда мы с вами заказываем на 20% ниже, да, на столько баллов. А заказали мы с вами ни много ни мало. Моя персональная группа, группа Дениса, заказали на почти... Да даже не почти, на 9, больше, чем на 9 тысяч баллов. Вот посчитайте. Можно даже вот сейчас посчитать, чтобы сохранилось для истории у нас. 9 тысяч баллов мы помножаем на 50, это примерная цена каталога получается. 9, 5 у 9, 45, да? 450. Да? 9 на 50, да, 450 тысяч рублей. И каталожную цену делим на 1,25, получаем нашу цену. В итоге вышло, что мы как бы купили по дистрибьюторской цене на 360 тысяч той продукции, которая в каталоге стоит 450 тысяч рублей. В итоге нетрудно посчитать, что к нашим 130 заработанным тысяч деньгами мы получили еще 90 тысяч рублей экономии
но это тоже деньги, которые нам компания подарила. Поэтому 220 тысяч денег, плюс еще куча подарков, о которых мы сейчас поговорим. Wellness у нас 1403 балла, 18% от нашего объема. Ну и у нас в структуре идет рост, поэтому два автобонуса у нас наши. Кто у нас в этом каталоге отличился? У нас пришло 21 человек, 14 новичков с заказами. Заказов у нас вышло на 970 баллов наших новичков. У нас новый спонсор Королева Вера, мы ей поаплодируем, у нее два новичка, и она уже почти заработала сумку. Вот, у нас с вами 7 спонсоров, но это не предел. Я знаю, что мы можем больше, и следующий каталог у нас будет пестрить новыми шикарными результатами, которые мы подведем чуть позже, чем обычно, по одной простой причине, что прилечу я в понедельник вечером. Поэтому планерочку нашу мы проведем не в понедельник, а чуть-чуть попозже. Что еще хочется мне сегодня сказать? Это наши супер-рекрутеры, которые заработали сумочки на протяжении акции лето. Что-то связано с летом, как-то я эту акцию не запомнила, как она называется. Если кто-то помнит точное название. Вот акция активности помню всегда с собой, а это лето, что-то связанное с летом. Вот, у нас уже 5 человек заработали свои сумочки. Это Киченко Елена, а Лето без границ. Спасибо, Саш. Людмила Ефимова, я сумку, свой рюкзак буду получать вот уже в среду. Валентина Козлова и Лилия Соседова, которая с этой сумкой уехала у нас в Крым уже. Наша сумка гуляет по Крыму. Вот, а Леночка еще и заработала часы. Лена у нас находится в ожидании чуда, она ждет свою чудесную доченьку. Ну и вот ей это абсолютно не мешает зарабатывать часики. Часики, которые в Duty Free стоят дорого-дорого. Вот, аплодисменты девчонкам. Я уверена, что сейчас у нас больше будет всяких-всяких акций. Так, ну, мы эти слайды с вами посмотрим в ролике, в командном. Ну, просто немножечко расскажу о том, что наша персоналочка, она растет. У нас вот 7 премьер-клубовцев, 48 тысяч рублей мы заработали. Вот наши звездочки-героини, которые входят в премьер-клуб. Наши 4 замечательные звезды. Саша, Лиля, Ольга и я. Есть еще те, кто на пути в золотой и платиновый премьер-клуб. Любовь, Нурия и Елена. Мы их тоже поздравляем. Подарки я вам обещала показать. Вот они, подарки. Елена у нас прошла третий шаг, получает подарок. Да, считайте, тем 220 тысячам. Нурия четвертый шаг. И премия, да, премия в 6 тысяч рублей. А еще, помимо всех замечательных вещей, да, вот еще один слайдик, да, тот, кто хочет, ищет возможности, тот, кто не хочет, ищет оправдания. Но еще одна есть фраза на эту тему, да, что желание рождает 1000 возможностей, нежелание 1000 причин. Поэтому вопрос за каждым, да, выбор за каждым, что ищем? Желание, возможности или причины? Еще завершаю свою планерку на слайдах сумочками. 77 сумочек заработала наша суперкоманда. 11 сумочек в команде Сударевой Ольги. Поздравляем девчонок с хорошим, классным аксессуаром летним. Умнички, молодцы. Вот столько там, 38 сумочек в команде у Людмилы и Валентины. Поздравляем девочек. Сейчас эти слайды все окажутся в Вайбере. Можете рассмотреть себя повнимательнее. Вот они, солнышки наши, которые получили сумочки. Ой, сколько много слайдов, все такие молодцы. Вот, 39 человек у Людмилы. У Елены, у Киченко у нас с вами 18 человек в структуре. Те, кто сумочки заработали, мур-мур-мур, молодцы. Поздравляю, у нас есть даже новички, Кобелева Евгения, которая в последний час работы сайта сделала заказ на 50 баллов. Нарина Макартычан, которая тоже сделала хороший заказ в конце самого каталога. И есть еще наша персоналочка, с которой мы работаем.
которые тоже 9 человек сделали сумочки. Но мы, естественно, их сделали, естественно, уже даже почти все заказали. Вторую вот буду скоро заказывать. Вот, ну и быстренько, пользуясь тем, что еще есть 4 минутки, пока Татьяна добегает до экрана, наша команда вторая, Логинов Денис, который выполнил 7500 баллов в этот непростой каталог, 10-й каталог, вот, заработала эта команда 81 тысячу рублей, поздравляем. Наши звезды, звезды нашего премьер-клуба, это Валентина, Людмила, Елена, Татьяна, Юлия, Лена, Лена у нас на следующем слайде, вот, Надежда, Ольга, Дарья, Ольга, Елена, Денис, Гасенко, Елена, Чигаев, Александр, вот какая у нас дружная команда здесь. И те, кто на пути, да, это новичок Кудряшова Наталья и девчонки Ангелина, Любовь, Марина, Татьяна и Светлана. Всех-всех-всех поздравляем и считаем дальше подарки. Вот, пожалуйста, да, первых шагов, сколько наша команда заработала. Лезина Лидия уже начала у нас рекрутировать, поздравляем ее с этим. Вот третий шаг мы зарабатываем, 2 новичка у нас, и четвертый, то есть много-много подарков. У нас еще есть много классных уровней в этой команде. У нас есть трехпроцентники, Кудряшова Наталья и Павлова Юлия, которые активировали свой личный кабинет и получили первый шаг стартовой программы. Есть Хасанова Елена, которая на 6% вышла. Людмила, давайте фотку мне Елены, я хочу ее ставить в слайды. Валявина Надежда, консультант 9%, уже менеджер. И есть еще потенциальные партнеры, по которым по всем плачет прям буквально конференция в Анталии. С усупущенными выгодами от 900 рублей со скидками, которые могли бы быть их. Срочно им всем сегодня, завтра рассказать об этих замечательных возможностях. Вот 6%-ники у нас тоже есть, кто разместил такие, не разместил заказ, поэтому упустил 1500 наверх по структуре, отдали свои деньги, девочки, мальчики, давайте забирать то, что у нас принадлежит нам по праву. А еще есть 9%-ники, которые тоже свои деньги наверх отдали, вот их сколько человек аж. Срочно всем рассказать о том, что они каждый потеряли по 2000. Представляете, насколько бы больше у нас было бы заработано, если бы все вовремя забрали. Но несмотря на это, наша команда выросла, поэтому у нас есть автобонус. Денис у нас заработал 10 тысяч рублей автобонус. Вот заметьте, просто за работу, за свою, каждый каталог можно получать такие премии за хороший труд своей команды. Поэтому еще раз повторяю, что когда есть желание, появляются возможности, делаем действия, получаем результат. Результат у нас будет только от использования всех акций, еще раз про акции, да, это настроение в деталях, выбор за тобой, покоряй одним взглядом, вау-эффект, премьер-клуб и доделываем лето без границ. Это касается тех, у кого есть новички по этой акции, который не прошел еще 21 день с момента регистрации. Они могут еще получить свою туалетную воду Эльви Firefly, а вы можете получить свои сумки и чемоданы. Поэтому имейте в виду, что эта акция еще работает. Вот, поэтому секрет успеха, он простой. Будьте активным партнером. Обязательный заказ в первые дни работы сайта 50-150 баллов. Приглашаем людей, обучаемся. 50 книг дают вам высшее образование в сфере сетевого маркетинга. Будьте в теме, участвуйте в командных чатах. Приезжайте на наш замечательный пикник 11 августа. Он у нас будет называться «Алоха Пати». Вот. Ну и, естественно, планируем первую неделю работы каталога. Заказываем срочно сумочки. Созваниваемся со всеми обладателями сумочек, поздравляем и рассказываем. Рассказываем про Турцию, приглашаем на обзор новинок в офис. Поздравляем все новые уровни. Ну и, конечно же, цель у нас, да, научиться делать рекрутирование. Те, кто еще не дозаказал посуду по акции активности чайную, заказываем. Новичкам рассказываем об их выгодах. Ах, вот она, эта картинка, про которую я вам не сказала. Я ее нашла. Итак, девочки мои дорогие, предлагаю вам попробовать себя в новой акции, которую мы объявляем
нашим менеджерским корпусом с возможностью приобретения билета на золотую подвеску, на розыгрыш. Вот так выглядит эта картинка. Я вам ее хотела на обсуждении сегодня показать. Летний драйв она называется. Да, размещаем заказ на 50 баллов в 11-12 каталоге и получаем лотерейный билет за каждые 50 баллов на розыгрыш золотой подвески. Билеты будут платные. Цену вы можете узнать у меня лично. И розыгрыш пройдет 17 сентября. Но при размещении заказа на 50 баллов стоимость лотерейного билета будет чисто символическая. Вот такую вот интересную акцию мы придумали с нашим менеджерским корпусом. Да, и эта акция нам будет помогать с вами прирастать, расти в этом каталоге. Так, наша работа – выявлять ключевых партнеров, напоминаю вам, а ключевые партнеры обязательно хотят путешествовать. Поэтому квалификация на путешествие уже у нас началась. Личный заказ 150 баллов, 2 Q-рекрута и 2 друга мечтающих путешествий, которые выполнят первый шаг стартовой программы прямо в этом каталоге. Это наше с вами время, это наша с вами работа, поэтому вперед, время летит, мы его с вами, конечно же, управляем этим временем и двигаемся вперед. Те, кто решает расти, точно знают, что им делать. 3 часа рекрутируем и звоним. Только по телефону можно договориться о будущих встречах и делать все действия, которые дадут вам адреналин роста. Планируйте свой день, планируйте его по трафарету, планируйте его по расписанию Дня миллионера. Кому, если нужны эти картинки в личку, я вам их скину. Так, что я вам еще хотела сегодня сказать? Напомнить вам еще хотела я о... Так, сейчас я уже не буду на этих слайдах останавливаться, просто вам листаю. О волне успеха, да? Те, кто от 100 баллов размещает заказ до 13 августа, участвуют в розыгрыше. А вот Людмила у нас с вами получила призы свои сегодня. Обязательно увидите... А, уже увидели картинку в чатах. Поэтому вперед. Секрет успеха, он простой. Я уже хочу тут долистать, а у меня столько всего вам еще сказать. Читаем, вкладываем в свою голову знания. Как считаете, интересно вам было бы получить список из 50 книг, которые нужно прочитать, чтобы стать мастером сетевого бизнеса? Составить для вас этот список с директорами? 50 книг, которые приведут вас к успеху. Это уже пока Татьяны нет. Я тут вас развлекаю немножко, девочки. Всем привет. Мы говорили о том, что 50 книг, прочитанных вами за короткий промежуток времени, дают нам, вам, высшее образование в сфере MLM. Вот у меня возник сейчас прям буквально. Смотрю на вас, на всех, что вы уже пришли, такие молодцы. Вот спрашиваю, интересно ли вам было бы иметь на руках список 50 книг, которые вас приведут к успеху. Ну вот, записывайте первые 5. Это «Магия утра», «10 уроков на салфетках», «Бизнес-трафарет», «Мастер работы с возражением» и «План успеха Арифлейм». Следующую 5-ку получите буквально скоро. Вот. Поэтому секрет успеха, он простой. Желай и делай. А я с вами прощаюсь. Еще раз включу вам сейчас волшебный ролик нашей замечательной конференции. Вот, спасибо всем, кто смотрел вторую запись.